Александрович, вот вы уже здесь чуть больше недели. Какие изменения произошли? Вот вы 10 дней занимаетесь уже, правда, еще впереди 2,5 месяца, но какие изменения вы сами ощущаете? Что произошло у вас? Ну, во-первых, первые изменения – это крепче ноги стали, крепче. То есть это первое. Самое главное, что я теперь могу стоять без опоры на руки. То есть я могу стоять на ногах без рук. Ну, конечно, не вечность могу стоять, но для себя я поставил рекорд. Но это за 10 дней. Вы понимаете, что через 3 месяца, через 2,5 месяца вы должны начать играть в футбол. Я хорошо играю. Я с вами согласен. Да. Вот. Теперь давайте вы встаньте, и мы посмотрим, как вы стоите. Ну, стоим легко и просто. Так. Вот я встаю без рук. Да. Не видно. Так что, если чуть-чуть хотя бы пальцем придерживаться, хотя бы, ну, просто так, чтобы знать, что надо. Да, что да. Тогда могу вообще долго стоять. Ну, это как юный велосипедист. Отлично.